Ты знаешь, что я уже на 8-й месяц перешла? Ну, я знаю, мы вместе живем. Без няни или мамы вообще невозможно. Такой, все, я хочу из дома. Нет, нет. Все время понимал, где я примерно нахожусь. Сегодня в Челябинске, завтра в Екатеринбурге. Я на свинях ездил, на корове. У Дениса деревенское прошлое. Работал, гнул хребтину. Самые сложные ситуации в воспитании Евы и как мы их решаем. Черные какашки. Ужасно не отмываются. Я, получается, ногами так вот взял и об лестницу ударил. И меня дернуло, я отлетела. Переломов много было, вот швы, прям швы. Все в зубах, все в швах. На этом основаны отношения в целом. Если ребенок съел корм кота, то это проблема кота. Ну, я наполняюсь утром кофейком и водой. Йога. 100 баллов. Просто слушай себя, детка. Тебе же это не подходит. Ну, ты можешь просто как чувствуешь. Ну, мы ведь оба родители, поэтому мы вместе. Привет, красотка! Сегодня у нас новый выпуск моего подкаста, который будет существовать. Я очень, на самом деле, этому рада, потому что формат для меня новый, необычный, но интересный и классный, как мне кажется, как я считываю по вашим комментариям. И сегодня долгожданный гость, конечно, без которого никак невозможно было бы сделать этот подкаст, это мой любимый, дорогой муж. Дениска Ириска. Один из самых долгожданных гостей. Писали все Дениску, конечно, и Еву, и Дениску. Может, потому что больше никого не знают из моих друзей. Мы когда последнее снимали, последнее видео, что-то мы там поссорились, ты даже его не выложила. Есть такое. Бывает, но сегодня будет не так, мы настроились. Это же подкаст правды, между нами говоря. То есть, подожди, то, что между нами, мы говорим туда. Ну да. Мы как будто открываемся в этой рубрике больше, поэтому она так и называется. Как бы мы между нами говоря, но вместе с этим нас снимает 3 камеры. Итак, я напомню формат моего подкаста. Это 3 блока тематические, которые мы обсуждаем с гостем. И между этими блоками будут интерактивчики, чтобы вы не скучали, мы не скучали, и было как-то прикольно. Интерактивы всегда, ну для меня это какие-то настолки, какие-то такие игры, блицы, не знаю, что-то такое, что может сменить тему. Это, знаете, как когда ты выбираешь аромат духов, и вот ты периодически нюхаешь кофе. Нужно иногда понюхать кофе, чтобы сменить вкус, освежить рецепторы. Ты готов? Давай, первый аромат. Первый аромат. Наш первый блог посвящен нам с тобой отдельно, как личностям. То есть мы с тобой здесь не как выступаем именно партнеры, будем просто вот рассуждать как люди. А я напомню, что я здесь как бы типа не ведущая, да? Мы оба ведущие. Да, но тему знаю только я. И вот, дорогой мой человек, скажи мне самый первый вопрос, он такой очень глобальный, на самом деле серьезный. Что тебя вообще заставляет просыпаться по утрам и любить эту жизнь? Такой вопрос нам поступил. Ну, просто очень часто в целом мы транслируем, мне кажется, довольно радостную какую-то жизнь, и под маской блогерства, да, того, что это все через камеру прослеживается, кажется, что так всегда. Очень много таких вопросов, вот вообще, а что нас держит на плаву, что нас заставляет быть такими радостными, любить жизнь и так далее. Что тебя лично... Меня лично мотивирует понимание, что вы еще спите с Евой. Я могу побыть в одиночестве. Класс. Позаниматься какими-то своими делами. Я вот у себя там на канале об этом рассказывал. Скажу здесь, что у меня есть с утра ритуалы определенные. Они повторяются ежедневно. И, наверное, цель их такая, чтобы энергией насытиться, наполниться на день. Ты-то знаешь мои ритуалы ведь? Ну да. Ну это вот все началось с магии утра, мне кажется, да ведь? Ты тоже там впервые вообще это прочитал, что должны быть какие-то там вот время только на себя, и у каждого оно там может быть свое? Да нет, наверное. Еще раньше? Там просто довольно структурно все это показано. Ну у меня вот с этой книги началось. Да. Понимание того, что вообще время себе надо уделять, и утреннее время идеально для этого подходит. Ну, ты, наверное, я тебе, да, рекомендовал? Да, ты не рекомендовал, ты просто ее привез однажды из Челябинска. А ты почитала? Я тайно даже прочитала. Тайно. Потому что Денис тогда... Не хотел давать тебе? Не, ну просто ты вот привез свои вещи, считай, мы начали жить вместе. У тебя там стопочка книг на подоконнике была, я такая смотрю, че за магия утра? Че у него такое? Ну и в целом, как бы, того, что мне нравился твой подход, что ты там встаешь в 5 утра, там сразу какие-то пробежки, что-то делаешь. Мне всегда это было интересно, как ты это вообще делаешь. Я вставал до 5 утра. Ну да, без 5. Без 5-5. Ну всем говорил до 5. Когда ты просыпаешься до 5 утра? Ну, в общем, среди ритуалов, наверное, самые разные, от приятных А и такие должны быть, потому что они будут. Это, например, кофеек мне нравится заваривать, дрип-пакетик. Натощак. Это вообще что-то с чем-то, конечно. Я вообще-то об этом не думаю. Ну, просто я даже не знаю, плохо или хорошо, я даже не читал об этом. Я пью, мне нравится. Пока кофе заваривается, слушаю свои установки на день. Раньше я их читал, теперь озвучил. Это прикольно. И там разные такие хорошие прям вещи. То, что у меня есть энергия, у меня достаточно на все времени. Самые разные полезные. Ну и там много всего. Я могу книги почитать, могу менять местами, могу упражнения какие-то определенные делать, могу просто в шахматы сыграть или посмотреть разбор шахматной партии. То есть я включаю то, что полезно и меня развивает, улучшает, и то, что мне просто приносит радость и удовольствие. А бывает такое, что тебя это не мотивирует встать раньше, например? Ну, то есть ты такой думаешь, и не из-за того, что ты не выспался, а вот прям такой, блин, да, ну не хочу себя наполнять такими штучками с утра. Или ты прям явно чувствуешь разницу в состоянии, когда этого нет и когда это есть? Ну, мне кажется, это накапливается. Нет, когда если вот прям сейчас вот зритель начнет это делать, его первые, наверное, дни, недели будет прям драйвить. Кажется, что жизнь изменилась, все круто. А потом после вот этого вдохновения наступит момент, когда нужно уже волю включать. И все равно уже тяжело, уже нет такого вдохновения, как, знаете, во время конфетно-букетного периода. И нужно уже себя маленько-то заставить это сделать. А потом пройдет, например, месяц-другой, и наступит снова период, когда уже даже не задумываешься, тяжело, не тяжело, просто встаешь уже привычно, уже легко. Но все равно даже спустя год, там в месяце будет несколько дней, когда все равно хочется понежиться в кроватке, поспать. И можно себе иногда это позволить. А можно все равно встать. Интересно, ты так, знаешь, ты буквально понял этот вопрос, а я поняла этот вопрос более, наверное, глобально. То есть вообще, что тебя заставляет просыпаться по утрам? Типа вообще, да. Какая-то мысль? Ну, но это было прикольно, потому что это, знаешь, это практично. Вот, у меня, кстати, тоже такие штучки, фишечки раньше были, но с беременностью особенно я выбираю понежиться в кровати. Все, для меня, видимо, это моя магия утра. Но если подумать, ты вот ответил практично, да, точечно, я подумаю глобально. Но, наверное, вообще дело моей жизни, я думаю, что меня в целом движет. То есть осознание, что я приношу какую-то пользу ему. Можно сказать, вот у меня хорошая семья, я люблю семью, я люблю мужа, я люблю ребенка, там, не знаю, вот мне нравятся наши условия. Но это все как-то вот мелочно, да, но оно при этом накапливается в единую картину, которая такая, да, это вот мое счастье. Но если подумать, что вообще мною движет, это, наверное, понимание, что я не просто так каждый день проживаю. Вот просто типа как амеба какая-то, теку по течению. Теку? Течу? Плыву? Плыву. Можно идти кускать, нет? Нет, наверное, лучше плыть. Протекаю. Вот, и ощущение того, что это происходит осознанная какая-то жизнь, которой я управляю каждый день, мне это нравится. Вот, наверное, это больше всего мне доставляет такую радость от того, что я могу проснуться и наполнить этот день любимыми занятиями, любимой работой, любимыми делами, и это классно. Как тогда не хочется жить, да? Глобально, глобально. Глобально. Вопросик следующий. Как ты наполняешься? Как ты восполняешь свой ресурс? Это, кстати, близко к тому, да? Мне кажется, тоже утренние вот эти штучки могут тебя наполнять, потому что ты уделяешь время себе. Но вообще, сталкивался ли ты когда-то с выгоранием? Понимал ли, что вообще, ой, оказывается, должно быть все там в балансе? Что тебе помогает его фиксировать, держать, иметь? Ну, я наполняюсь с утра кофейком и водой. И опять давай про локальное, ты про глобальное. И, кстати, получается, я реально с утра просыпаюсь. Первое, очень много воды выпиваю, наверное, миллилитров 600. И вот я хожу там, просыпаюсь, пью воду. Потом, вот, пока даже завариваю кофе, все равно продолжаю пить воду. И только после этого кофе выпиваю. То есть я наполняюсь водой и кофейком. И это, как я уже до этого ответил, в моем ритуале утра. И он, конечно же, наполняет, в принципе, на день и на жизнь. Реально? Конечно. Ну, я имею в виду, наполняешься, как, чтобы не выгорать, например, чтобы не уставать. Ну, смотри, что такое выгорание? Это когда ты делаешь что-то, чаще всего, что тебе не нравится. Либо на тебя очень много всего навалено. Либо ты сам себя наваливаешь. Да, ты это не успеваешь, и происходит какая-то вот прокрастинация, ты там... Да, много дедлайнов все выстроил. А при чем здесь кофе с водой? И получается, когда ты включаешь свой день... там, свое утро, в день, вечер, какие-то любимые дела, то они, конечно, дают доп. Энергии. Ну, и да. Уже намного с меньшей вероятностью будет вот такое выгорание. Потому что ты занимаешься только полезными какими-то делами, вот работой, и себя не радуешь, то, получается, вот и будет выгорание. Ну да, то есть... Это одно из вариантов. Твой мини-лайфхак, что нужно всегда радость себе-то как бы приносить. Да, конечно. Еще выгорание по-другому можно рассмотреть. Когда ты реально занимаешься одной какой-то сферой, типа работы, с утра до ночи работаешь, и дома работаешь, и днем работаешь, и пришел домой, вечером работаешь, тоже будет выгорание, потому что ты упускаешь из вида разные сферы. Ну, да, да, поэтому у меня есть такое утро, это по сути саморазвитие, день работа, вечер семья. Ну да. Вот. Но это, конечно, все условно, потому что вот Ева может проснуться там в 6 утра тоже, и вот у меня на саморазвитии было там 15 минут проснуться. Ты такой, Ева, прости, вечером я уделю время себе с большей вероятностью, чем себе. Но мне нравится, кстати, что у нас есть, правда, это разделение. Вечером, например, это прям строго семейное время от 6 часов вечера. Ну, то есть, окей, у нас бывают моменты исключения, там кто-то что-то хочет поделать, и мы там не корим друг друга, но при этом есть общее понимание, что это ненормально вернуться домой в 8 вечера стабильно каждый день и уделить в семье там, ну, полчаса. Ну, потому что мы еще рано ложимся спать, поэтому там остается полчаса реально до чистки зубов. В 9 мы начинаем, типа, все эти гигиенические процедуры, чтобы в 10 уже прям все. У нас как в армии в 9 отбой. Я не помню. Ой, мне очень комфортно по такому режиму, на самом деле, я прям рада. Вот я вчера уснула в 10:30 сама. Клево. Офигенно же. И при этом и ребенку круто, и мне круто. Ну, я еще и беременна, мне нужно сейчас больше времени высыпаться, наверное. А если бы я была беременна, мне, скорее всего, хватило бы меньше времени для сна, и я бы тоже с утра тогда проснулась, сделала бы какие-то там свои наполняющие делишки. Но у меня это, конечно же, йога. 100 баллов, потому что эти 20 минут там на коврике или, ну, иногда, если это прям полноценная практика, час на коврике, то это и отключение мозгов. Для меня вот это, наверное, даже самое важное. Это какое-то переключение в течение дня с моих постоянно мыслительной жвачки. То есть, типа, ты постоянно что-то думаешь, анализируешь, планируешь. Особенно мы с тобой в целом-то такие люди довольно прагматичные, что-то любим постоянно планировать. Если что-то сходит с расписания, то быть гибкими нам сложнее. Ну, обычно таким людям, которые любят все планировать. И вот йога мне прям такая, она переключатель. Послушать себя, позаниматься телом, настроиться с собой, и это класс. Все, зафиксировали. Саша наполняется йогой, а я водой, и кофе и чаем. Чаем травяным из деревьев. Не, ну если про глобально поговорить, то больше всего наполняет вообще самое центральное в жизни, это понимание смысла жизни, своей миссии, предназначения, чем заниматься, куда двигаться. Да, это энергия очень много дает. Это больше всего энергии дает. Да, да. Если вот прям говорить, прям основополагающее. Ну да. Опять же, вот чтобы не выгорать в этом, потому что часто перекосы у людей, которые поняли, в чем их смысл там жизни, или поняли свое предназначение, они кайфуют от работы, и вот сложно тогда поставить рамки, когда ты заканчиваешь заниматься этой работой и делать что-то другое. В этом плане, мне кажется, это крутая техника, там, колесо баланса, да, вовремя отследить. Такой, ой, кажется, мои хобби 3. И у тебя реально нет там чего-то отвлекающего, даже просто порисовать. У кого-то музыкальный инструмент, у кого-то спорт, у кого-то что-то еще. Понимаешь, что без этого в итоге никуда. Без этого колеса, короче, не поедешь. Последний вопрос из этого блока. Довольно-таки серьезный. Скажи мне, пожалуйста, были ли у тебя в жизни ситуации, когда ты осознавал, что ты потерял себя? И что тебе помогло вылезти оттуда? Найти себя. Да, что потерял, тебе где я? У меня, наверное, не было такой ситуации. Не было? Ну, глобально я объясню, как я это понимаю, что, например, все твои прошлые ориентиры для тебя больше не являются ориентирами. И ты такой, блин, хочу жить по-другому, например. И при этом какая-то фрустрация, знаешь, от того, что все нормы рухнули, например. Или наоборот, ты долго занимался тем, что тебе приносило интерес, радость, удовольствие. И потом опять, ну, в какой-то момент ты понимаешь, что больше тебе это не важно. И ты хочешь вырасти на какой-то там уровень. Может быть, ты по-другому это называешь. Типа не потерял себя, а просто какой-то этап развития, да, в твоей жизни был? Другой. Да не, я все время понимал, где я примерно нахожусь. Когда понимаешь, где находишься. Сегодня в Челябинске, завтра в Екате. Да, ты не можешь себя потерять. Давай придем такую метафору. Ты пошла в какую-то экспедицию, потерялась и умерла от холода и голода. Не знаешь, как выбраться обратно, да? Вот это потерял себя. А я, например, иду в экспедиции, и я просто понимаю, там, не знаю, по виду, по запаху, по каким-то параметрам, что не туда просто иду. И тогда я делаю коррективы, шел сюда, пошел потом туда. Но иду все время в сторону какой-то, наверное, важнейшей части себя, реализации себя. То есть, получается, я не терял, не было такого, что я заблудился, как когда мы с Илюхой на вулкан взбирались, мы прям вообще не туда пришли. Но опять же, мы не потерялись, мы потом сориентировались, и это как мой случай. Вот, наверное, да, ты это по-другому просто воспринимаешь. То есть смотри, я, например, занимался 10 лет шашками. И вот я занимался, и в 10-11 классе понял, что мне пора дальше двигаться, хочу быть там, этим нобелевским лауреатом. Пошел на микробиологию, генетику учиться. И мне это снова нравилось, я курс изменил, и уже не хотел стать чемпионом мира по шашкам, а хотел стать нобелевским лауреатом. И вот я занимался, учился, мне это очень нравилось, но под конец я понял, что я хочу вообще быть предпринимателем. И снова скорректировал курс, снова пошел на это. Вот в эти моменты ты не чувствовал фрустрацию какую-то? Не было никаких ни депрессий, ничего. То есть я все время то, что выбирал, мне все время нравилось. Мне очень нравилось в шашки играть, в футбол играть, учиться мне очень нравилось. То есть, сам все выбирал. Получается, наверное, такое происходит, когда ты долго идешь по какому-то пути и неосознанно уже, да? Когда ты не задаешь себе каждый день вопросы, интересно ли мне то, что я сейчас делаю, и не соизмеряешь как бы маршрут с компасом, ну так сказать. Ну, не знаю. И Иначе как объяснить, что для многих, ну, вообще-то, это как бы потеря там, вот, не знаю, себя реально. В жизни такой важный момент, когда такой, ой, мне все это уже понятно, и, оказывается, жил я не так. А, хотя есть у меня пример, где я потерял себя. Когда ты играл в игры два месяца. Да, вот, я вот это вспомнил. Вот, я так и думала, что ты будешь это... Когда я реально, у меня уже были какие-то интересы, и настолько интересны сейчас игры, сейчас, наверное, еще интереснее, чем это было, это сколько там, лет 7-10 назад. Какую игру ты играл? Сейчас вспомню, какая-то стрелялка. Там интересно то, что ты общаешься с другими живыми людьми, ну, и вы вместе проходите команды, всех там мочите. Они умеют делать. И потом проходит 2 месяца, ты понимаешь, блин, ты каждый день там по 3-4 часа проводил, то есть там весь вечер, например. Угу. Ладно, еще как бы не в отношении. Весь вечер? Ну, да. А, я думала, ты целыми днями играл. Да не, ну днем ты все равно ты работаешь, что-то зачем ты занимаешься. А чем ты тогда работал, кем работал ты тогда? Что за период жизни у тебя был, сколько лет? Я, кстати, терял себя в играх 2 раза, наверное, так прям по-крупному. Один раз в универе. Вот и подошли. Да, один раз я учился в универе, ну это вот примерно, да, месяца на 2. И дома, когда дома компьютер появился, вот игры пошли, вот у нас зло, которое нужно было потом укротить, как дикого злобного коня. То есть реальность для тебя стала менее интересной, чем виртуальная жизнь в этот момент? А мне кажется, нормально, когда что-то новое такое появляется, ты туда улетаешь, потом делаешь выводы и, да, уже не возвращаешься. Конечно, в жизни должно быть такие какие-то, ну, прям крайние, мне кажется, моменты тоже иногда, что ты такой прям погружаешься, и потом дико тебя тошнить должно уже от этого. Главное, чтобы потом не повторяться. Ну, да. Вот, но я еще раз повторился, уже когда, да, уже после армии, уже когда работал, наверное, или даже у меня свое дело уже было, и опять я такой очнулся спустя 2 месяца, думаю, ё-моё, что там делаю? И все. В эти моменты я сразу прекращаю и туда не возвращаюсь. А в этот период у тебя были друзья, которые, например, могли тебя растормошить, спросить, что вообще ты делаешь, зачем ты делаешь? Не, слава богу, что все такие друзья были как раз где-то там в онлайне, которые вживую не видел. Ну, а помимо этого у тебя же были друзья нормальные, вживую, которые, наверное, поняли, что ты куда-то пропал. Да я не помню. Не было фактора того, что тебе такие, да, не надо. Не, ну вот я знаю случаи, когда там человек там по 10 часов играет. Ну да, ты-то играл по вечерам. Там вообще, наверное, 2 раза потерял себя человек. Я-то по вечерам себя терял. Ну да. Мне еще, да, у меня не крайняя степень была. Ну да, да, да. А я... Сейчас я подумаю даже. Наверное, прям так, что вся моя жизнь пошла под откос. Нет. Но мне еще 25 лет, может быть, все впереди. Может быть, наверстаю. Но у меня были моменты, когда я понимала, что... Ну, например, был какой-то успех, была какая-то деятельность, которая прям долго мне приносила радость и результат. Ну, это вот с блогом можно связать. И потом в какой-то момент я понимаю, что мои ориентиры, мои интересы поменялись. А, например, публика хочет до сих пор такого же, да? И при этом я бы не сказала, что это глобальная потеря себя, но опять же в тот момент у меня, знаешь, были плохо расставлены границы отношений с блогом. Это тот момент, когда блогер идентифицирует себя с блогом, это отстой, потому что тебе кажется, что вся твоя жизнь это твой блог, особенно когда, ну, приходит какая-то популярность и ты такой, блин, меня так, наверное, любят, так хотят все и все, я типа классная, и кажется, что ты должен всеми своими действиями всем угодить, и это, конечно, отстой. То есть в этот момент нужно понять, что ты есть человек и у тебя вот там, не знаю, 9 сфер или 10 сфер в жизни, и одна из них это блог, а не то, что ты стал вот одним таким. И что-то... У тебя сфера в 2 раза больше, чем у меня. Какая сфера? Ты говоришь, что там 10 сфер. А у тебя сколько больше? Ну, я упрощаю. 3-4. Я не знаю, может быть, у меня их вообще 3 по жизни. Но я к тому, что, окей, интересов или так. Есть такое, знаешь, даже практика у психологов. Назови себя идентифицировать, пока не сможешь остановиться. И вот некоторые люди, они останавливаются на том, что я, ну, статусы называют. Я дочь, я там мама, я подруга. Ну, то есть, ну, перечислили, окей, все там родственников, которые может быть. Какие еще роли я играю в социальной жизни? И оказывается, что там сводится все к просто работник. То есть он просто, у него работа до дома. Я вспоминаю работника из Соника. Работник? Фамилия работника. Вот у него бы точно было по жизни одно, работник, который пьет латте. Уничтожать мир. И у меня так было, как будто блогерство. То есть, когда на первом месте стоит то, чем даже если тебе нравится заниматься, но все равно так не должно быть. И, короче, очень сильная была вот эта привязка того, что я делала до этого, видела результат, и как будто в какой-то момент я понимаю, что я уже играю в игру для кого-то, а не для себя. Тебе это что помогло? Просто осознание того, что ты время потратил зря. Да. Этого достаточно было? Ну, типа, ты дисциплинированный человек просто. Просто потерялся. Просто на маленечко. Просто нашелся, потом такой, кинули компас, такой, ой. Ну, там реально ты вот, когда вот заблудился, потом на какое-нибудь зеркало находишь, видишь себя и все, вот нашел. Я даже не знаю, что мне помогло. Мне вообще редко, кстати, помогают советы друзей, потому что я их не спрашиваю. Я такой человек довольно-таки... Просто решила делать то, что тебе нравится. Наверное, да. Забила на хейтеров, стала снимать то, что тебе нравится, не то, что там просят. Ну, да. Вот. Денис в этом плане очень, кстати, много отрезвляет. Ну, типа, я там могу прийти, поныть, что-то такая, вот это происходит. И он такой, просто слушай себя, детка. И вначале кажется, что это, ну, очень так, как будто, да ты просто не понимаешь, да ты не разбираешься, да там все глубже, а, ну, по итогу реально так к этому и приходишь. Без, в первую очередь, интересов самой себя к себе же, да, не будет и интереса аудитории к тебе, какая бы тема ни происходила. Вот у меня уже, блин, там третий раз, мне кажется, тема меняется, ну, не глобально, конечно, в блоге, но все равно, окей, я кого-то теряю, но сейчас мне так легко к этому относиться, ну, прям нормально. Ну что, интерактивчик. Наш первый интерактив – это игра «Я никогда не». Ты когда-нибудь играл в игру «Я никогда не»? Не знаю. Наверное, нет. Наверное, нет. Это 15 вопросов, которые начинаются с фразы «Я никогда не». И если ты готов сказать «Да, я никогда не вот это вот не делал», то, ну, идем дальше, типа, я отвечаю на этот вопрос. Если у тебя есть с этим какая-то все-таки история, то ты можешь ее потом рассказать. Но на самом деле цель игры в том, чтобы поделиться какими-то историями, потому что здесь какая-нибудь история жизни там есть. Я никогда не понимаю на теории. Хорошо, так и можно вырезать все объяснение. Просто чин-чин сделаем перед интерактивчиком. Итак, первое. Я никогда не прыгала с тарзанки. Прыгала. А, то есть пока не даешь, что не, да? И надо объяснить будет, почему нет, или что? Вот мы уже здесь объясняем. Ну, я тоже прыгал. Да, прыгал. Потому что мы все делали уже. Да, а тут просто такое еще описание. Теперь вы можете узнать, кто из ваших друзей адреналиновый наркоман и соответствует ли он своему образу. Ну, мы с Денисом, вы знаете уже, заядлые адреналинщики. Наверное, можно только представить, откуда мы не прыгали. Давай перечислим реально. В Сочи есть самая высокая банджи-джампинг 207 метров. Где ты прыгаешь головой вниз с 207 метров. С парашютом прыгали оба. Ты прыгал без инструктора, я с инструктором. Я даже 2 раза прыгал. Без инструктора? Это 2000 метров, значит. Нет, там без инструктора 800-900 где-то. Там короткий довольно полет. Офигеть. Он уже зато самому раскрыть. А мне это страшнее на самом деле, когда вот ты видишь землю 800-900 метров, ты же ее видишь более четко. Когда ты видишь издалека эти березы, там деревья какой-то еще, ты такой, ну в целом, земной шар. Не, наоборот, чем выше, тем менее страшно. Вот. Да. А там уже видишь, обо что-то разобьешься. Да. И поэтому для меня было страшнее всего, помнишь вот эту штуку? Какую? Господи, как мы вообще решились на это? Какую штуку? В Екате-то, вот эта тарзанка и называется, да? Или роуп-джампинг? Это роуп-джампинг. С какой-то чисто станции. Ну, с 15 метров прыгаешь на пол. Вообще. И тебя под конец веревки подхватывают, и так вот. Прикольно. Какая-то дичь. Мне кажется, там вообще какие-то звуки были ненормальные. Лучше вообще не прыгать ниоткуда. Свою гормональную систему не перезапускать. О, это Денис книжку прочитал. Да нет, я уже опытным. То есть, хочешь сказать, больше не будем? Зачем? Если... Хорошо, что уже попробовали. Ну вот, может быть, ты говоришь так спокойно, потому что ты попробовал. Ну, может быть. Но в целом какие-то адреналиновые горки, мне кажется. Вот есть в Дубае, по-моему, самая быстрая. Но она не страшная, она быстрая. Ну, то есть там разгон какой-то в доли секунды, знаешь, это как на, можно себя почувствовать, как на картинге мировом там каком-то... Формула-1. Формула-1, точняк. Да лучше реально не прыгать, там много же случаев, когда все падают, разбиваются, ну вот это замалчивается. Да, еще самое главное то, что очень высокий порог вот этого адреналина берется, и потом у вас уже в обычной жизни 99,99 бесконечности, у вас обычная жизнь, а не прыжки с парашютом, потом уже меньше будете радости испытывать от других эмоций. То есть там просто вот когда один раз вот достигнете такого пика адреналина, и уже гормоны будут работать всю жизнь иначе. Реально? Ты так думаешь? Что наши гормоны уже меньше. Мне кажется, я не стала менее счастливой после того прыжка. Ну, да. Но я отходила дня 3. Слушай, у меня реально, мне кажется, сдвиг какой-то произошел. Да, гормонов. Да. Ладно, мы на первом чисто застряли. Я никогда не ездил на животных. Ну, это чисто, блин, конечно, ездили. Мы на лошадях ездили, на Алтае. Я на свинях ездил, на корове. А, у Дениса деревенское прошлое. Я один раз маленький, в 4 года или в 3, случайно на свинью упал с сеновала. Я за лучше схватился, и мы поехали. Я поехала. Когда ты это рассказываешь, мне кажется, ты привираешь. Я реально тебе даже место показал, откуда я падал. Но она прям поехала. Я уже свидетеля нашел, которые тебе это сказали. Блин, ну это как-то, знаете, из рода фильма реально. Когда ты сел на свинью, она такая, окей. Я только на драконах не летал. А на страусе ты бы хотел побегать? Страусиные бега? Реально? Зачем? Просто так спросила, если честно. Просто прикольно. Я и на слоне катался. Ой, кстати, описание этого вопроса особенно интересно, если так окажется, что это странное или необычное животное, которым обычно не используются лизды, которые... Свинья. Да, свинья, типа такого. Я никогда не путешествовал автостопом больше месяца. Я нет. Я нет. Ну, именно автостопом. Так-то мы больше месяца путешествовали. Да. Это была... Но я зато на машине путешествовал 35 дней в Дмитришино. Но это не автостоп. Мы, наоборот, кого-то подвозили, бывало. Да-да-да. Каких-нибудь девчонок. Меня не было тогда. Вообще весело было. 11 тысяч километров за 30-35 дней. Я бы не хотела. Не, знаешь, прикольно. Прям едешь там 4-5 часов в день, потом тусишь где-нибудь, отдыхаешь. А, ну если вы недолго ехали? Просто как-то, мне кажется, на машине все задницу отсидишь, не разминаешься, ничего. Нормально, ну. Я говорю, в среднем, если посчитать, на сутки, наверное, часа 3 езды приходится. То есть бывало, мы едем 6 часов, но 2 дня мы где-нибудь в Питере зависаем. А бывает, едешь мало, но и заезжаешь на 5 часов всего в город. Я начала говорить, долгие у нас были путешествия, месяц плюс, это у нас была Индия, Шри-Ланка, Шри-Ланка, правильно говорить, оказывается. Индонезия, Бали. Последняя. Да. Потом Таиланд. Нет. Мы с мамой когда второй раз ездили на месяц. Но не больше месяца. У тебя было Германия, добрый вечер. Я 2 раза на Аляску на 4 месяца. Да. Работал, гнул хребтину. Ну тут, да, написано путешествовал. Я бы не сказала, что это путешествие. Не, ну это еще как путешествие, когда ты студент. Знаешь, какое путешествие? Да. Когда ты меняешь 5 самолетов, чтобы долететь до Аляски. Офигенно, путешествие в самолете. Не, ну путешествие, это путь-то в любом случае, это не является частью путешествия. Я никогда не был арестован. Нет, интересно, сейчас было бы что-то узнать. Я никогда не занимался серфингом. Кстати, подожди, а было там, знаешь, что? У нас кого-то во дворе убили как-то, и там просто... Челябинск. Там это... И просто всех поймали, собрали и просто допрашивали. Вот так вот. Ну, это другое. У меня тоже под дворами... Ну, ты сидел все равно в машине этой полицейской, тебя что-то спрашивали. А у меня под окнами тоже убили человека, и я это даже видела. Это было ужасно. Я никогда не занимался серфингом. Я занимался. Да, я нет. Я никогда не ударялся током. Ударялась. Я вообще, у меня такая история была. Чего? Я просто мог сдохнуть. Я тоже. Я вообще в жизни раз, наверное, 7 мог сдохнуть. Вот. И тот здесь случай был, когда мы с другом лазили в каких-то гаражах, и я полез по какой-то лестнице, там, запрещенной. В запрещенном месте, в запрещенных гаражах. О, нет, это жестко, какая-то электростанция гаражная. И меня притянуло током к этой лестнице. Я потом уже узнал, что притягивает, вот тебя притягивает, и ты не можешь отсоединиться, потому что как бы магнетизм такой сильный. И это на самом деле там что-то 300-400 минимум вольт. То есть не 220 даже, когда просто ударяет. А тут притянуло. И меня 10 секунд держало. И друг, мой бог. Да, и друг рассказывает, что я потом сообразил. Он, видимо, побоялся меня там дернуть. Но он бы тоже тогда примагнитился к тебе. Я, получается, ногами так вот взял, и об лестницу ударил, и отлетел. То есть насчет удара. А если бы у тебя были ноги без обуви, ты бы тоже примагнитился, да? Такой прилип. Да, да. Человек-паук. Ну, короче, повезло, да. Жесть какая-то. Не лазите в гаражах. Ты знаешь, вот, типа, все попробовал, все сделал, такой, а так не надо. Так это зато ты своим примером говоришь уже... Это не работает честно. Никогда. Это работает, даже если вот... Не, ну вот ребенку будешь объяснять, не кури, куря. Ты знаешь историю, когда Ганди привели мальчика, сказали, скажите ему, чтобы он сахар не ел? Да, 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 знаю. Вот. Что он сделал? Он сказал, приходите через месяц. Пришли через месяц, он сказал мальчику, не ешь сахар. Мальчик больше не ел сахар. И тогда мать сказала, вы что, офигели? Нас месяц держали на поводке, да, ожидали, не могли сразу сказать. Он говорит, так я сам любил сахар, и на этот месяц я отказался от сахара, понял, что это возможно. Пройдя этот путь, я мог сказать мальчику вот такими правдивыми словами. Ну, типа вот. От души, да? Я также, когда вот прохожу путь, я потом искренне говорю о чем-то, и это работает лучше, нежели там выдумывать или еще что-то. Ну, я имею в виду, знаешь, это когда куря говорят, там, не кури, например. Но это другой процесс, это не работает. Прямо это делаешь. Да. Ну да. Я тоже ударялась током. Я ударялась током в 6-7 лет. Я засунула невидимку в розетку. И если бы я засунула 2, мне сказали, что я бы умерла. Ну, мне так сказали. Ну, я засунула 1. И меня дернуло, я отлетела. И потом мы с бабушкой сидели и плакали. Наверное, не умерла бы. Вот считай, меня даже 400 вольт не убило. Дернула просто бы. Но, наверное, наверняка есть случаи, когда сердце, да, не очень там хорошо работает. Ребенок, как минимум. Ребенок обычно более устойчив ко всему. Я никогда не был в ситуации, когда мне накладывали швы. Мне, наверное, накладывали какие-нибудь. Имплант, можно сказать? Реально, такими вопросами можно познакомиться друг с другом, когда вы в компании. Причем у меня переломов много было, а вот швы, прям швы. Раньше, мне кажется, не накладывали. Как зарастет, так зарастет. Но это когда ты рвешь что-нибудь, и тебе зашивают, чтобы без шрама было. Ну это вот зубы, у меня все в зубах. У меня потом рассасывались эти ниточки. У тебя все там в швах? Все в зубах, все в швах. Я никогда не ходил на охоту. Нет. Подожди, я подумаю. Я ходил. Я в 7 лет, когда из дома ушел. Я обожаю эту историю. Во дворе убили человека, и я ушел из дома. Ну, как знаете, когда ты ребенок, тебя маленько обидели в семье, ты начинаешь жарить сухари, которыми будешь питаться потом. Сейчас что я взял с собой? Воду, молоко и сухари. И на лыжах, это зимой было. Я пошел далеко в лес, я взял еще рогатку, чтобы убивать зайцев и ими питаться. Вот это была моя охота. Я потом реально, честно, где-то 40 минут, пока не замерз, выслеживал зайца, которого не нашел, конечно. Я вернулся обратно. Сколько тебе было лет? Лет 7, там, 8, 9. Тебя обидели прям? Ну, как бы что-нибудь там поссорились, там что-нибудь поставили в угол, я не знаю, какой-нибудь. Вот и все. Я такой, все, я ухожу из дома. Я, наверное, раза 2-3 из дома уходил. Один раз даже штаб на дереве построил. Там был такой вопрос, я никогда не жил в доме на дереве, ты жил? Ой, я их много построил. У меня были прям крутые такие со стенами, как вот в мультиках показывают. Блин, ну самое прикольное было, это когда мы с братом в этот раз ушли из дома, и мы построили, получается, дом из хвойных веток на каком-то кедре или на большой... Это не сосна, вот у него ветки вот такие были. Это, наверное, ель. Представляешь, на высоте метров 10 поставили, и я потом сорвался и вниз упал. И меня единственное, что спасло, это вот еще раз, где я мог помереть, то, что я пролетел вот так вот ровно, вот, как парашютист, только в обратную сторону, спиной вниз. И я, получается, на толстый слой снега вот так вот плашмя обошел, и из-за этого я ничего не сломал. Если бы я летел головой вниз, рукой вперед, ногой вперед, я бы сломал бы. А из-за того, что я упал плашмя, то это меня спасло. А еще пока я летел, я пару веток сбил. То есть они меня подтормаживали. Просто они потом поломанные валялись. Очень интересное детство. Вообще. Мне кажется, что так прикольно жить в деревне, да, было? Так в деревне это вообще круто. Думаешь, почему Ева туда хочет ехать и не хочет возвращаться? Но у нее все равно рафинировано. Она никогда не пойдет сама строить... Мы с ней построим. А там с друзьями не построят. Конечно, будут всякие переломы и так далее. Это все нормально. Я никогда не был веганом. Ну, я прям чисто веганом не был. Я была. Я вот без мяса 9 месяцев. Лет 7 жил. А ты чисто прям, да, я помню? Да. Ничего такого. Да. Я никогда не воровала в магазине. Воровала. Вот в магазине... Я на рынке. Я на рынке. На Аляске что-то его тащил маленько. Представляешь, уже возраст уже 19, 20, 21 год. Нет, а меня, мало того, что я была маленькая, меня еще и подстрекнула на это моя сестричка. Мне было ужасно внутри, нехорошо. И мы долго потом бежали. Это была какая-то мини-ракушка, знаете, типа в Анапе, на вот этих рынках, где там куча всего вот так раскладывается. И было, наверное, важнее вот этот азарт и авантюра того, что она отвлекает, а я забираю. То есть у нас была такая схема, типа она что-то спрашивает, а мне нужно было что-то взять и убежать. Ну, это вообще было супер стрёмно, мне неприятно было внутри. А я в 7 лет из машин воровал. Мы с другом, ему было 6 лет, мы ходили по машинам и воровали там сигареты. Потом их курили в каких-то там настройках. Это обратная сторона, прикольно жить в деревне. Все попробовал. А зато потом где-то меня за уши натаскало, я больше не курил и не воровал. Реально попробовал, мне вот самому лично не понравилось за то лето, я больше даже не хотел курить. А вот когда, кстати, запрещают, вообще не дают, и ребенок в страхе растет, он потом вот лет в 10-12 начнет и уже не остановится. Последнее. Давай. Я никогда не ломала зуб. Прямо ломать? Я ломал. Я со сноуборда упал, так мощно башкой долбанулся, и у меня кусок зуба как-то отлетел, я не знаю почему. Уже коренной? Да, конечно, взрослый. Ну, не ребенком? Не, ну мне лет, наверное, было 28. Мы с тобой уже были знакомы. Значит, 27. Покажи. А я вот уже это сгладилась, поломка. Оскол. Ломал зуб, это, блин, когда выбит. Ну, самое интересное, я знаешь, как там, я просто за одно занятие настолько круто начал гонять, и Дмитришин, который меня учил, смотрит и говорит, надень-ка шлем. И вот в этот раз, когда мне надел шлем, я ударился так башкой, я так размотался на какой-то дикой горе. Ну, возможно, это связано. И, возможно, меня это спасло вообще. А возможно, это связано. Ты почувствовал защиту и более стал неаккуратным. Ну, не знаю. А у меня, получается, сломан зуб был, из-за которого впоследствии, через 8 лет, мне сделали имплант. Это мы с подружкой гуляли, и она по приколу оттянула вот эту штучку, знаете, металлическую от капюшона. То есть вот есть капюшон, и вот есть штрипочки такие, которые натягивают. Женя? Да. Ты мне рассказывала. Че палишь-то именно? Женя. Женя. Знаешь, как ей потом было неловко, конечно. Но она не хотела. Вот здесь были вот эти вот резиночки, и на конце была металлическая штучка. Она ее оттягивала по приколу. И как оттянула один раз, и отпустила, и мне она прилетела в зуб. Благо, я в этот момент улыбнулась, и прилетел мне не на передний зуб, а на дальний. И все равно такая махина, точнее, махина-зуб, я имею в виду, как она, вот эта штучка, просто половину зуба мне коренного. Ну, значит, он был не крепкий. А у меня крепкий, мне даже когда в зуб давали, там несколько раз, у меня все равно это целые всегда были. Ну вот, мне не крепкие. Но после этого я еще и не призналась маме сразу же. То есть мне было стрёмно признаться, а мама никогда меня за такие вещи не ругала. И это было бы намного лучше, потому что мы сразу же пошли к стоматологу, разрешили, скорее всего, что-нибудь там сделали. А так я в итоге выжидала, и у меня там начало все гнить потрясающе. И, конечно же, когда мы пришли, мне уже просто сделали какую-то заплатку, типа какой-то пастой. И уже только в свои 20 лет... я это разгребала по-нормальному. Оказалось, что там вообще нужно все удалять. У меня пошла какая-то уже чуть ли не киста в корне. А там инструменты забывали в каналах постоянно у меня. Как в анекдоте. Это вообще... интересно, конечно. Но у меня есть целые видео про историю моих зубов, так что если захотите углубиться, пожалуйста. А мы переходим ко второму блоку. И второй наш большой блок – это отношения и быт. Тут мы уже говорим про наше с тобой партнерство. Снимать подкасты «Быт». А, кстати, первый вопрос интересный очень. Он больше, наверное, к тебе обращен. Каково жить с блогером? Сложно ли это? Особенности? Есть ли поддержка? Ну, если поддержка, это больше ко мне вопрос, да, со стороны Дениса. Вообще, есть ли какие-то особенности жизни с блогером? Ну, конечно, есть. Что-то вначале вроде бесило. Вот, да, я тоже помню. Что-то ты чересчур много была с блогом. Еще меньше, чем сейчас, но ты уже привык. Ну, когда ты была прям шелковая там для подписчиков. Что-нибудь тебя попросили, какой-нибудь там, не знаю, прямой эфир провести, ты, наверное, проводила в семейное время. То есть меня было много в блоге, да? Как будто пережимались сферы жизни других. Мало было мне внимания, мне кажется. Тетя Мощика, ей. И, конечно, вначале все время бесило, постоянно какой-нибудь идешь, какие-то фотографии. Вот пофотографируй там, вот сними, потом еще ругает меня, что не так снял. Классика жанра. Ну, потом уже все, я стал жестче и уже... Чего? Вот только хотела сказать, ты привык. Не, ну, ты просто привык, ты не стал жестче. Нет, ты стала называть что-то привычкой, я называю это уже броней. То есть уже знакомо, что ты начнешь что-то там бурчать. Поняла. Я знаю, что уже там 3 фотки сделать не годится, делаю сразу 300. Вот так вот просто жму так вот на телефоне. Я помню, бесило, знаете что? Когда я даю сфотографировать, и уже Денис, зная, что будет, типа, скорее всего, много правок, он такой, сразу мне ТЗ говори, что нужно. И я такая, ты можешь просто как чувствуешь. А когда делаешь как чувствуешь, получалось отстой. Реально приходилось потом просто давать ТЗ. Ну, вот в этом удобно. ТЗ это техническое задание. Например, как чувствуешь, намного всегда круче и красивее горизонтально сделать фото. Тебе же это не подходит. Ну, конечно, какой горизонтально? Все, Инстаграм уже давно вертикальный. Ну, со своей стороны хочу сказать, вот последний вопрос был обращен мне. Есть ли поддержка со стороны? Ну, мы сейчас видео вообще-то снимаем мне на канал, да? Уже поддержка. То есть ты 5 часов своего времени сегодня тратишь на то, чтобы просто у меня был контент. Я считаю, что у нас взаимно, да, то есть если Денис меня здесь поддерживает, конечно, я его в других сферах. Точнее, не если, да, как будто это, если не будешь, я тоже не буду. На этом основаны отношения в целом. Ну, я прям благодарна тому, что ты намного сейчас более открыт и поддерживаешь, и не так бесишься где-то, ты просто такой уже смирился. Я бы сказала, что здесь реально пришло смирение, потому что раньше я снимала меньше. К слову, 4 года назад, когда мы снимали с тобой влог еще с родов, я еще сомневалась, надо ли мне там на фон что-то ставить. Ну, то есть, я имею в виду, конечно же, не сам процесс показывать, а просто хотя бы поставить штатив и, ну, что-то показать. То есть сейчас у меня даже вопроса не стоит. Я думаю, что мне нужно будет там 3 ракурса разных, и, конечно же, я захочу это осветить и снять, и об этом рассказать. То есть я думаю, что этого стало больше даже. Ну, да даже дома эти моменты. Это же интересно даже самому себе на память, как ты проживаешь схватки. Это не означает то, что ты снимаешь процесс. Это ты снимаешь этот день. Это... Мне кажется, я просто твою шкуру примерил на себя. Там блогером побыл. Вот. Сейчас являюсь блогером. Вот. Кстати, надо сказать, жизнь с блогером сейчас действительно уже меня можно спрашивать, потому что мы уже делим микрофоны по часам. Нам, например, вот эти вот микрофончики очень нравятся, они дистанционно сейчас записывают. Кстати, тоже эти подкасты записываю иногда. Да. Он такой, с 2 до 4 я бы хотела, чтобы дома никого не было. Как вы поддерживаете и улучшаете отношения день за днем, год за годом? Делаем мы это вообще? Это уже быт, рутина. Улучшение отношений, быт, рутина. Ну да. Ну мы это делаем. Что мы делаем? Ну мы ходим на свидание. Мы ходим. Это потому что, как бы странно ни звучало, сначала ты выделяешь все свое время, да, в конфетно-букетном периоде для этого, и тебе кажется, что странно это называть рутиной, а потом это реально, чтобы именно из не просто желания и эндорфинов делать, а именно из понимания того, что это укрепляет отношения, это ваши вот ориентиры сближает в этот момент, вы начинаете знакомиться друг с другом в каждый момент времени, потому что с годами вы же меняетесь. И эти свидания, они уже, я бы сказала, даже если рутинные, но они же необходимы, мы оба понимаем. То есть, что мы на них делаем? Мы можем просто поговорить. То есть, просто вот, а как ты вообще? А что у тебя сейчас там важного в жизни? А что тебя беспокоит? Может быть, что-то накопилось? Мы можем просто поиграть в разные настолки, которые можно играть вдвоем, за обедом, за завтраком. Мы можем погулять. Мы можем запланировать следующее путешествие. То есть, какие-то вещи, которые, ну, классно делать не просто дома, и вот ты такой между делом, да, а вот прям выделил время, и у нас вот эта среда и обед. Сегодня, кстати, среда, и мы снимаем видео. И еще интересный вопрос. Отдыхаете ли вы друг от друга? Нужно ли вам это время наедине? Отдыхаем. Когда? Как? Нужно. Ну как, я вот утром просыпаюсь, говорил, пораньше. Это уже отдых. Уезжаю иногда в Челябинск на пару деньков. Да, шахматы или вы в деревню уезжаете. В деревню мы где-то. А я остаюсь одна дома, и у меня сутки наедине. Это так ценно, это так классно. Это, да, раз-два в месяц мы так вот уезжаем без тебя. Ну вообще в течение дня, чтобы вы понимали, мы не весь день вместе, да, то есть надо понимать. У нас свои графики, работы, отдыха и так далее. И даже если мы можем работать в одном пространстве, мы не всегда пересекаемся и всегда там обсуждаем что-то. То есть нет такого, что постоянно постоянно на связи, от этого устаешь. В этом плане, наверное, вот я бы с партнером работать бы не хотела. Ну, надо поменьше пересекаться, мне кажется. Вот раньше, помнишь, мы даже когда жить начинали вместе, я потом офис, блин, снял, который нафиг вроде бы не нужен, да, есть дом, где можно работать, чтобы просто не дома находиться. Но сейчас у нас намного больше комнат, мы можем здесь разделиться, да, вообще нормально. В одном месте это постоянно хочется поболтать о чем-то. Тебе хочется. Тебе же хочется. Так закрой дверь, да и все. Я закрываю, это иногда не помогает. Вот человек такой говорит, надо поменьше, поменьше. Так поменьше заходи ко мне. Особенно, когда монтируете видео. Когда... Поэтому, чтобы не было таких проблем, лучше сразу это пространством разделиться. Ну ты же не будешь снимать офис? Что за бред? У нас есть для этого кабинет. Вообще все время вместе проводить ничего хорошего. Даже тогда нечем будет друг другу рассказать. Ну, конечно. Вот мы вот именно вот в больших путешествиях это понимали. Да, да, да. Потому что когда целый месяц вместе, получается, все эмоции вместе видели и пережили. И получается, ничего нового друг другу не рассказать уже. И вот происходит такое, о чем говорить-то мы все вместе делали. Да, да, да. Только если какую-то там книгу, наверное, надо прочитать. Ну да, прочитал книгу, рассказал, что вот я там узнал. А в путешествиях-то не читается. Там постоянно что-то где-то ходишь, прыгаешь, бегаешь. И очень интересный вопрос, который волнует многих в отношениях. Распределение обязанностей и быт. Как у нас с тобой это происходит? Знаете, у нас в целом такой подход. Мы делаем все вместе. Быт поровну, я бы сказала. Ну, например, я могу приготовить завтрак. Денис набирает там увлажнители всем в комнаты. Это, знаете, ну, это такой еще водонос постоянно. Мы 2 раза увлажняем в день. Она постоянно работает. Вот эти все вещи, их надо подключить. Я бы в жизни этим не занималась. И вот это такие бытовые вещи, которые, как бы, ну, можно не заметить. Денис выбрасывает мусор, например. Кстати, он сейчас занялся разделением активно. Что тебе щекотно? Вот, и тоже вот эти вот мелкие вещи ты берешь как бы на себя. Но по большей части, надо сказать, мы делегировали почти все. У нас даже мусор вроде чаще няня выносит, чем есть сейчас. Ну да. Есть, то есть, глобальные вещи, которые, как клининг, например, раз в неделю. То есть за уборку мы вообще оба не паримся. Мне это... не приносит ни радости, ничего, ни наслаждения. Кроме того, как, знаете, структурировать что-то по полочкам. Вот это я очень люблю. И мы это, кстати, оба любим. Ну, выбрасывать что-то. Да, выбрасывать, распределить. О, вот это прям наше любимое. Это, можно сказать, же быт. Поэтому у нас ничего нет на фоне. Но в целом, да, мы там любим структуру наводить, там вот порядок в шкафах, вот это все как-то делать. И туда мы тратим прям с удовольствием время. Такая уборка мне нравится. Все остальное, то, что мне не очень нравится, мы делегировали клинингу. У нас няня может помочь с бытовыми вопросами, типа там разгрузить посудомоечную машину, загрузить ее, разгрузить стиральную машину, распределить вещи, погладить вещи. Еще, наверное, важный принцип в этом плане, что мы такие, ну, как бы немножко пофигисты. Мы не гладим, например, постельное белье, что-то еще. А какие еще обязанности бывают бытовые? Дофига. Основные? Ну вот глажка, стирка, уборка, готовка, вынос мусора, протирание там пыли, ну это и есть уборка, да. Короче, для меня быт сведен сейчас к минимуму и к тому, что мне приятно. Цветочки поставить, уют создать, то есть тоже никто это кроме тебя не сделает, но на это времени часто и ресурса даже не хватает, если ты потратил время на кучу вещей, которые надо, но ты не очень-то любишь и хочешь. Но самое бытовое совместное дело — это чистка зубов. Мы даже Еве зубы напополам чистим. Я сначала щеткой, потом монопучком, а потом Саша уже ниткой и этим, что там мажешь? Тусмус. Тусмус. Кальцинирование, да? Повторирование. Скажи просто, что сейчас будет интерактив. А сейчас будет интерактив. Какой? Меня попросили сказать, что сейчас будет интерактив. Сразу видно, когда это наиграно, когда нет. Экивоки! Это игра, в которую мы играли, кстати, в прошлом выпуске подкаста с Катей, но она, чтобы вы понимали, то есть в нее бесконечно можно играть, в нее всегда интересно играть, и поэтому... Чтобы вы понимали, когда Саша играет в экивоки, я играю в шахматы. Мы очень любим в деревне с мамой Дениса и с моей мамой играть в экивоки. Денис почему-то эту игру меньше любит, но она для видео очень понятная. Давай. Очень кратко суть игры — объяснить слово или словосочетание разными способами, которые сейчас мы сами найдем на карточках, за минуту. Помогает нам в этом вот этот таймер. Я первая бросаю кубик. Давай. Мы играем по 2 раза, ну потому что это быстро очень. 4. Значит, я беру карточку из светлых колоды. 4 это всегда жесты. Ну вот именно в этой игре. То есть мне жестами надо объяснить. О, господи, это очень сложно. Это ужасно сложно. Да ладно, тебе минута есть. Это невозможно вообще. Ну я попробую угадать. Ну ладно. Не переживай. У нас есть единственная такая типа подсказка, которую можно сказать, это тема. Тема — вести из прошлого. Это можно говорить, да? Да, да. Не знаю, что тебе это даст. И минута пошла. Ты готов? Давай, я могу держать. Вот здесь. Все, пошло. 2 слова. Определение и потом существительное. Давай, определение. Типа, стебешься? Подкатываешь? Заигрываешь? Ты какая заигрывающая? Окей. Давай второе. Королева? Принцесса? Это правильное слово. Царевна? Еще дальше. То есть она синоним царевна. Что еще есть там? Золушка? Фараон? Блин, да фиг знает. Какое-то старое, да, слово? Раз из прошлого. Время-то еще есть. Какая-то карга старая. Старая карга заигрывает. Ой, это очень сложно. Ну тогда не обидно, не объяснить. Я не могу, когда я вижу, когда заканчивается. Почему эти игры какие-то непоказательные? Я в тот раз с Катей тоже, по-моему, проиграла. Шальная императрица, ё-моё. А, шальная, ну вот почти. Императрица. Было что-то вообще тебе понятно из этого? Мне кажется, если бы ты догадался императрица, ну, ты бы понял прилагательное. Легче было бы догадаться. Да. Я бы понял, что она именно шальная. Ну да, ну, есть такая фраза, шальная. Я бы искал какая-нибудь развратная. Ну, вот. Только у них это, мне кажется, у них не корона, а у них какие-то ровные такие штуки у императрицы. О, сорянчик, если бы тебе показала так, ты сказал берет. А ты показала какую-то корону. Так это было суть в том, что она правительница. Да я понял, да. Так, да. Давай, ты бросай кубик теперь. Отстой, типа, я проиграла. Ну ладно. Да ладно, что-то. Главное, любовь. 2. То есть брать какую-то карточку изи, надо, да? По-моему, что-то. То есть они что, одинаково все время вторые? Нет, я к тому, что 2 это значит способ объяснения. С какой стороны? С любой, которая тебе нравится. А, любую выбираю? Да. Скажи, какой метод объяснения самое главное? Нарисовать? Конкретно это что такое? О! Тема конкретно. Конкретно это означает, что это только вещи, которые можно потрогать. Вот, я понял, увижу я. Это нужно наоборот. А, наоборот. То есть Денису нужно, вот у него там есть слово, прочитать его наоборот, немедленно по слогам, а типа нормально. И мне нужно догадаться за минуту, но он может повторить 2-3 раза. За минуту? Да. Видишь, я говорю, легкая. Блин, тут относится на обратно читать, какая-то алкашка будет. Я просто думаю, что тебе будет проще понять. Давай, что не проще, что интереснее. Тогда подлиннее. Давай. Давай, запускай. Ак-ла-ше-мон-о-теб. Бетономешалка? Да. Ну что ты гений, блин. Как ты это расшифровала? Ну так вот. То есть ты как-то там пишешь у себя в редакторе, в голове. И просто если когда написано, легко прочитать обратно. Ну ты умничка. Да, сюда. Твоя победа. 6! Это моя самая любимая. Интересно? Для шестерки есть отдельная колода. А это я убираю вниз. Прикольно. В шестом всегда что-то вообще уникальное. Например, в этот раз у нас задание «Зрение гения». Мне нужно закрытыми глазами нарисовать, а Денису это понять. Там что-то простое должно быть, да? Вообще нет. Но есть тут, вот видите, у нас есть всегда шанс перевернуть картинку и выбрать. Например, что-то проще, что-то сложнее, что-то тебе больше нравится. И есть очень легкое, но я хочу тебе другое, ну, давай, чтобы поинтереснее было. Глаза закрыты? Угу. Угу. То есть глаза, нос, уши. И нужно голова какая-то? Подбородок? Борода? Так это какое-то... 3 слова, что ли? А ты нарисовала много? Щетина какая-то. Улыбка. Еще. Широкая улыбка. Широко улыбающийся человек. Я не знаю, где я уже рисовала. Но это улыбка. Это время закончилось. Чего не может быть? Что, реально непонятно, да? Нет. Тебе понятно? А что рисовала? Рот до ушей. Рот до ушей? Ну вот видишь же, рот до ушей. Это типа уши вот эти? А я думал, это не складочки. Ну, не-не, уши вот это было. Вот, видишь? Я пыталась сократить. Отстой. Ну что, какова есть ситуация. А я бы, кстати, нарисовал отдельно рот, угадал, потом отдельно ухо, а потом бы провел бы вот так вот, типа стрелку. То есть рисовал бы слева, ну да, справа и такой. Только я вообще, так как ты с закрытыми глазами, ты не знаешь, где что рисуешь. Я 2 раза продула. Именно в этом подкасте. Такого в жизни не происходит никогда. Да. Саша всегда всех выигрывает в объяснениях. Ну что? Может, я еще тормоз. А может, потому что ты никогда не играл в экивоки, реально? Не, ну я суть-то понимаю. Тут-то не нужно понимать правила игры все, чтобы отгадать. 5. 5 – это донетка. И там на самом деле больше даже старается тот, кто должен отгадать. То есть должна здесь стараться больше я. За минуту я должна отгадать, что там за слово, а Денис может говорить только да или нет. А я максимально вопросами сужаю эту тему. Тему скажи, кстати, тема есть. Да, нет. А, кушать подано. Кушать подано, вот. Значит, это, возможно, что-то связано либо с едой, либо с готовым блюдом, либо с поваром, там, не знаю. Именно в этом задании, когда 5, мы имеем право, на самом деле, объяснять дольше минуты, но тогда очков будет меньше у человека. Но мы сегодня так не будем делать. Готов? Да. Это съедобное. Да. Это блюдо готовое. Да. Это блюдо, которое скорее на завтрак. Нет. На обед. Ну да. Суп. Нет. Салат. Да. Какой-то салат, винегрет. Да. Да. Гений. Вот знаешь что? Реально, это просто, потому что мы играем постоянно, ты не играешь в нее, и поэтому ты меня не можешь понять и отгадать. Твоя мама бы отгадала рот до ушей, 100 баллов. Я же понял там твои сейчас вопросы эти. Ты-то сейчас понял, потому что я правильно их задаю. Вообще, кстати, над всеми 4 заданиями тебе было тяжело. В моих заданиях ничего делать не нужно было. Реально? Прикольно. А нет, в жестах. Помнишь, ты тоже же отгадывал жестами? Ну, в жестах. Ну, опять же, тебе нужно стараться жестами. Короче, игра топчик, я считаю. Долгожданный блок. Блок, посвященный воспитанию детей, прибавлению в семействе, потому что вообще-то я на 8-м месяце. Ты знаешь, что я уже на 8-й месяц перешла? Ну, я знаю, мы вместе живем. Именно что на 8-й, вот. Я с 7-го только на этой неделе перекатила на 8-й. Логично. Ты скоро станешь папой снова. Серийный отец. Просто почему я говорю, что это блог такой долгожданный, на эту тему просто миллион вопросов, серьезно. Вообще, вот знаешь, как будто можно окунуться 4 года назад. Мы снимали тоже с тобой на 8-м месяце видео перед рождением Евы. И тоже отвечали на этот вопрос. Планируем ли мы партнерские роды, почему? Ну и так как вы уже знаете, что первые роды были партнерские, что Денис может сказать об этом опыте в прошлом? Порекомендовала ли бы мужчинам? Ну, мы ведь оба родители. Вместе должны рожать, получается. Поэтому мы вместе. Да, тем более, что рожают и все-таки там я, а тебе просто надо быть рядом. Ты думала, да, что родители слово рожать? Родители. Род. От слова род. Мне кажется, слово рожать. А, это роды? Ну, блин, не получилось. У меня слово рожать будет. Родители от слова рожать. Мне очень импонирует твоя позиция. Тем более, что роды — это не только процесс, где уже появляется малыш прямо на свет. Роды — это, простите, и огромный промежуток времени схваток, когда муж действительно может быть помощником. То есть это вот многие упускают. Да, ну там по-разному. Кому-то массаж помогает. Попку так жал, мял. Кому-то водичку подать, кому-то просто даже быть психологической поддержкой рядом. То, что ты на чужой территории не один. Это же так классно. Не, ну это мило находиться в первые секундочки, когда вылазит лялечка. Девочка маленькая, такая вся сморщенная была. Такая. Да, это вообще. Сейчас еще одна девочка будет сморщенная, вылезет. Мне кажется, природа так специально устроила, что ребенок после родов очень похож на отца, чтобы он как будто успокоился, что это его ребенок. Не знаю, но я 1000 раз уже замечала, просто вылитый отец, а потом ребенок может меняться с течением жизни. Ну вот Ева родилась, я просто такая, о, Дэн, маленький Дэн. Вот это факт. Хотите еще факт? Первые 3 дня ребенок какает меконием. Такие черные какашки. Ужасно не отмываются. Это получается то, что вот он наглотался там этих водички, да? Амниотической жидкости вот это, да. То есть это все то, чем он питался именно в животе, в утробе, пока это не грудное молоко, не молозиво, да, все время. Все, что у него накопилось и не ушло в меня. Не, ну он питался же через пуповину, да, но что-то через рот попало. Да, да. А были ли у тебя первые разы вообще вот страхи относительно партнерских родов? Ну, то есть что я буду там лишний или не лишний, что там буду делать? Даже не парился. Да? Но при этом ты довольно к крови, например, не очень-то. То есть надо понимать, Денис не любит всякие там вот эти вот порезы, да, там ранки, вот это все видеть. У тебя вроде даже голова кружится от этого или нет? Да не кружится. Ну я бы не стал там тебе в промежность смотреть там. Ну да. А вообще, кстати, вот это, мне кажется, людей пугает. Вот. Я вот видел, я потом читал где-то комментарии, там девушки пишут, что мы не хотим, чтобы муж присутствовал, потом он там вот это все увидит и меня там не будет хотеть. Да. Вот, а так никто, конечно, не смотрит. Там, конечно. Когда ты вообще... Там вообще тебя даже туда не пустят. Когда идет процесс уже родов, ты где-то там стоишь сбоку, сзади. За головой там. Держишь, даешь там, воду. Ну. И самое интересное, что... там закрыто все еще так вот. Да, вот этими пеленочками. Пеленочками специально, ну. А когда вертикальные роды, у нас же вот были вертикальные роды, на самих потугах, получается, на уже появлении головки и все, ну и малыша, это вообще происходит все вертикально, то есть там даже невозможно увидеть, кроме как акушерка, которая очень такая ловкая и туда подныривает. Зоркая, ловкая. Зоркая, ловкая, ну там все видит, все чувствует. И, конечно, наверное, самое это вот важное, это вообще вот этот микроклимат, который у вас там формируется. Мужчина, ну это уже доказано, он теми же гормонами пропитывается, у него больше вырабатывается любви к ребенку, он начинает ценить намного больше и свою женщину, и ребеночка, и вот эти отцовские все включения гормонально происходят уже там, а не когда он готовый конвертик спустя там 2-3 дня на выписке где-то там увидел и такой: о, наш ребенок. Ну да, сразу больше причастности и привязки. А, кстати, при кесаревом сечении это как важно это? При кесаревом сечении на грудь папе выкладывают малыша, чтобы его обсеменение произошло. Ну, то есть на маму нельзя положить? То есть там в любом случае партнерские роды, когда идет? Нет. Мужчина может не присутствовать, и тогда положит просто в пеленку. И просто ребенок не получит это обсеменение, и вот этот золотой час его не будет. А так нужно в коридоре лечь, там, открыть грудь? Нет, он прямо в операционной может присутствовать, просто не видеть, конечно, там всех этих процессов. Не боимся ли мы ревности Евы к малышке? Но мне кажется, этого не избежать. Мне кажется, ревность будет в любом случае, когда, особенно первый ребенок, она не знает, как может быть по-другому. Она не знает, что вообще значит и тебе, и вот еще надо кому-то поделиться. Просто у нас такого не было никогда, да? Будут 100% для Евы сдвиги в ее сознании, что, ой, теперь мы не делаем все, как вот только Еве надо, например. Но и при этом мы своими действиями и, наверное, словами максимально должны не усугублять это. Ну, то есть, например, лишний раз не акцентировать, что эта малышка, ей можно что-то, а ты там уже выросла, и поэтому тебе это не надо. Наверное, основная проблема-то, когда то, что фокус сильно смещается. Да, фокус внимания. То есть не забывать про первого ребенка. Ну да, уделять также ему время. Умышленно, да, уделять. Так же, как и в блоке с отношениями, нужно умышленно, потом уже намного это сложнее, но умышленно время уделять друг другу. Конечно, маленького ребеночка, такого более мягонького, там все начинают тискать, целовать обычно, а про старших забывают. Вот он какой милый, вот он такой маленький. Но мы очень часто Еве показываем, кстати, ее фотографии, видео с детства или даже из животика и даем понять, что у нее это было, и она была такой же, и мы тоже очень сильно ее любили, ждали. Ну, то есть, чтобы не было сейчас такого акцента, вот там твоя сестренка, надо ее любить. Вообще, вот мы даже не делаем акцент на то, что надо ее там поцеловать обязательно или сказать ей привет. Вот хочет Ева? Она такая: я хочу там пообниматься, например, с животиком, или передать ей привет, да. Как-то они коммуницируют. Но я ни в коем случае не делаю акцент на том, что ты должна, это твоя сестра. А еще мы издалека начали. Еще до беременности мы уже с Евой разговаривали. Ну да, хочешь, что когда-то сестренку, братика. То есть она, по сути, по факту сначала сама захотела, и потом это случилось, как будто она это по ее желанию происходит. Это, конечно, такой момент. Иногда происходит не так, да? Ну да. Ну, то есть в нашем случае. В нашем случае это так получилось, что более мягко произошло. Более мягко, да. Ну и, собственно, например, прямо сейчас мы проходим этап перекладывания Евы на сон в ее кровать и в ее комнату. Как раз-таки мы делаем специально это не тогда, когда появится малышка, и вот будет момент ей нужнее, да, типа ей нужна грудь, ей нужна мама больше, поэтому Ева... шпоньк, чтобы не было ассоциаций, да, конечно, она сразу же такая: господи, кто это появился, за что, почему. А мы делаем это супер заранее, чтобы уже к моменту рождения малышки для нее это стало нормой. В общем, что можем, то делаем, что не можем, все равно какие-то травмы ей, наверное, мы нанесем, но, опять же, без этого как? Я считаю, что, наоборот, ты более здоровый, конкурентоспособный, когда у тебя, конечно, есть семья многодетная. Мне кажется, вот я от кого только не слышала, кто один ребенок в семье, они все говорили: я бы хотела, чтобы у меня был брат, или была бы сестра. То есть ты, наверное, не знаешь, как можно по-другому, да, из-за этого, но много любви и слишком залитый водой цветок — это тоже не есть хорошо, поэтому... Ну, хотели бы это не из-за этого вообще, а просто не видят, что у кого-то есть, и они хотят. Ну, наверное, да. Но это веселее, это классно, это родственная душа, там, не знаю. Детство всегда интереснее намного. То есть ты все время борешься за что-то, ну, я не знаю, вот вы с Русланом долго жили отдельно, наверное, поэтому у вас это, может быть, не сильно было. Ну, типа, знаешь, я хочу, нет, я хочу, нет, я хочу, и просто до драки, и потом, когда ты уже получаешь, это такой, не знаю, как-то... Да мы что-то ни за что особо не спорили. Реально? Вообще, как вообще? Нам все порвано было. Нет, ну, что-то, например, вот нелогично. Не, ну, может, это в какие-то там в начальные годы, что уже никто не помнит. Ну, может быть, да. Очень интересный вопрос. Что из того, что применялось в воспитании Евы, однозначно исключите или постарайтесь избежать со вторым малышом? И когда я писала этот вопрос, я поняла, что ничего. Ну, мне не пришло в голову. Мне ничего не пришло. Мне тоже ничего не приходит. То есть, знаешь, нет такого, что о, надо там меньше вот этого или больше вот этого. Как-то вообще нет такого, что я сейчас пожинаю плоды, мне что-то не нравится. Мне вообще нравится. Со вторым, кстати, даже если захочешь, уже не сильно это получится, потому что уже первый ребенок будет пример показывать. Не, ну у кого-то это прям, знаешь, вот ГВ в следующий раз бы я бы вот до стольки-то лет, например, делал. Или наоборот. Знаешь, я очень часто слышу такую вот разницу, что гиперопеки стало меньше. Типа вот, шутки все ходят, что первым ребенком ты там все моешь, все там за ним убираешь, там, не знаю, стерильное пространство, со вторым уже расслабляешься. С третьим, если, типа, ребенок съел корм кота, то это проблема кота. Но у нас с первым было так, мне кажется. То есть мы сразу же не особо... Но для нас первый ребенок это как новый автомобиль. Там все-таки первый месяц-два протираешь его, моешь каждый день, а потом уже как обычно. Самые сложные ситуации в воспитании Евы и как мы их решаем. Вот давай ты для себя скажи, что для тебя, например, либо сейчас самое сложное, либо было, может быть, самым сложным, а я скажу для себя. Да не, последние ночи самые сложные. Это когда сейчас мы переучаем спать с нами. И теперь получается, что мне нужно делать? Мне нужно не спать. И когда Ева каждые полчаса позавчера ночью приходила к нам, я иду с ней, отвожу ее, ложусь с ней и снова не сплю. Вот. Она засыпает, а только заснет, ты встаешь, она просыпается, снова к ней ложишься, она засыпает, потом кое-как уползешь там на 20 минут, она снова приходит, хочет назад вернуться. Но вчера я вообще не выспался. Да. Сегодня вот нормально уже было. Да, сегодня уже прям прогресс. Ну, в этом возрасте я хотела бы, знаешь, что сказать. В целом, когда происходит вот какая-то сложность у нас в опыте с воспитанием Евы, мы как-то не стремаемся обратиться к специалисту довольно-таки быстро. Если какой-то прям вот момент мы реально не понимаем с точки зрения психики ребенка, как бы сейчас лучше что-то провернуть, мы не пытаемся придумать велосипед. Мы, например, обратились к детскому сомнологу, который просто за полчаса нам сразу же всю технику расписала и расписала, что делать в случае, если вот так пойдет дело, вот так пойдет дело. В целом я могла у нее, как у психолога, у нее первое образование там базовое, психолог, психология детская, уточнить, а с точки зрения созревания ее психики, она вообще к этому готова, ну, чтобы не было так, что это просто такое наше желание, да, а для Евы это в итоге будет прям травма. Нет, она к этому готова, это просто именно сейчас дело привычки, и самое главное, что подкрепить вот нужными моментами, да, мы бы сами, может быть, где-то сдались быстрее, если бы не заручились такой поддержкой. Там на пятый день, может быть, бессонных ночей такие, да ладно, давай один раз, можно. Нет, здесь очень важно держать вот эту вот систему, не отступать, каждый день делать одно и то же, и потом будет результат. Ну, реально для тебя это самое сложное? Или просто так физически, как бы вот сейчас было? Ну, наверное, то, что сейчас вспоминается. Для меня самое сложное, ну, прям 100%, я вспоминаю, это кризис 3 лет, который у нас начался в 2, закончился. А что там сложно? Сложно в урегулировании своих же эмоций. Мне. У меня такого не было. У тебя, может быть, не было. Я как-то спокойно. И, кстати, даже к слову о кризисе. Даже там я заручалась поддержкой детского психолога, потому что лично мне было как-то сомнительно, а не уходим ли мы в манипуляцию, например, да, и того, что Ева нами манипулирует в этот момент. То есть важно мне было понять, что нет, кризис 3 лет это реально такой психологический этап, где ребенок не потому что против тебя, не потому что высчитал какие-то алгоритмы, как на тебя повлиять. У него реально вот такой процесс формирования, созревания психики, что он такой, на все нет, на все у меня свое мнение, и это очень важно становление его психики. Вот мне это было важно понимать, потому что иначе это можно считать как невоспитанный ребенок. Ну, типа, знаешь, что это ты на все нет? А давай-ка я своим авторитетом тебя задавлю, потому что я взрослый. Ты же понимаешь, что ты возраст такой. Ну, уже мне кажется, я понимаю. Спокойно. Сейчас понимаю. Помни, как просто в один момент Ева резко меняется? Это же тоже очень такой период внезапного перемены настроения. И такая внезапно она становится, вот настроилась на одно действие, а сейчас она такая резко хочет другое. И ты такой, блин, мы же договаривались, там, вот, мы же шли, мы же там, не знаю, и все. Оказывается, тебе было сложно. Да тебе тоже было сложно в моменте. Ты забыл просто все. Да, мне кажется, мне менее сложно. Ну, может быть, не то, что сложно, а не так запомнила это все. Я просто понимаю, что временно. Когда понимаешь, что временно, вообще легко переживать. Ну вот фиг знает, у нас 2 года почти это длилось. Очень долго у нас шло. Ты же понимаешь, что в формате вот ее жизни какие-то 2 года даже. Это очень мало. Ну да. А когда это осознаешь, уже не реагируешь на вот какие-то такие истерики, скрики. Участие папы в воспитании Евы. Есть что-то, что делают только они, как папа и дочка. И этот вопрос был связан с тем, что наложилось ли как-то отсутствие наших отцов и в нашем воспитании, ну, на нас, да, и на том, как мы сейчас к Еве относимся. Ну, это 2 вопроса, наверное, да? Давай сначала на то, есть что-то, что вы делаете только вы с Евой, как папа и дочка? Ну, на батуты мы ходили. И вообще твое участие, твоя роль в воспитании Евы? Бегаем по квартире. Ну, какие-то все активные. Я бы сказала, что очень много активного. Все, особенно сейчас, когда я беременна, особенно все, что я не могу, да, физически сделать, ты прям это все забрал на себя. В садик ходим. Ну, знаешь, даже вопрос больше про то, какой ты вообще вклад несешь в воспитание Евы. Но я бы сказала, абсолютно поровну. А что ты вообще, я не знаю, как об этом размышлять. Мне кажется, если любишь ребенка, все нормально с воспитанием. Больше тут нечем говорить. И тут какая разница, какое время проводится. Это очень неочевидно для большинства семей. Мамы очень, наоборот, привлекают папу, давай, проведи с ним время. Поэтому это вопросы, они нормальные. Ну это какого папу, который уже не в семье, что ли? Нет, который в семье, но которому там не так интересно с ребенком. Ну, например, как? Типа он пришел с работы, что он... Ну, сидит, телек смотрит. Так бывает? Да, так бывает чаще всего, котик. Я-то откуда знаю? У меня такого просто не было. Наверное, у меня просто папы не было. Вот тут, наверное, та и связь, наверное, как ты воспитан, так сам воспитываешь примерно. Процентов, наверное, на 90. Ну, вот именно что у тебя не было папы. Ну, поэтому я не видел того, кто телек смотрит, наверное. Видишь, какие плюсы от этого. А вообще, смотри, на самом деле, вот, есть отец или нет в семье, это еще надо подумать, хорошо или плохо. Я согласна. Это может быть плохо, если это, например... Негативный какой-то пример, опыт. Ну да, если он какой-то стрёмный, то у тебя опыт будет стрёмный, да? Да. Вот, а если его не было, то ты такой печалишься, что у тебя нету папы, но по факту ты и стрёмных примеров не набрался. И вырос более, как бы, нормальным. Поэтому такой вопрос. Но у тебя был пример мужской, другой. Ну да, но у меня же проблем не было. С дедом часто виделся, как минимум, и в целом, наверное, у него довольно здравый пример мужчины, да, ведь? Ну да. То есть, в общем, что касается меня, папа с нами до 7 лет моих жил, и я его помню, и помню его пример в целом довольно-таки неплохим. Нас очень много снимало на видео. И поэтому я помню, наверное, больше с тех кадров что-то. И его отношение к нам. Оно всегда было в целом душевным, лояльным, приятным, хорошим. Но понятное дело, что никакие во мне там основы поведения не были заложены. То есть это скорее не та история, когда я могла сказать, меня чему-то научил отец. И там я теперь знаю, какой мужчина мне там нужен. Или что я там знаю, самоценность моя там вообще есть, да. Это скорее уже была моя работа потом, будучи взрослым человеком. И это в моем случае, я считаю, что, знаете, от обратного ситуация, когда я знаю, как не надо, да, хочется мне, чтобы так не было. Ну, конечно, хочется, чтобы в идеале ребенок рос в полной семье, и папа принимал 50% участия, как и мама. Про противоречивые советы от бабушек, с которыми вы не согласны. Были ли такие, там, и про питание, образ жизни, например, как реагируете на такие штуки? Было такое? Было. От разных членов нашей семьи. Мы просто поставили один раз границу четкую, что мы родители, мы имеем право ошибаться, это наша ответственность. И, ну, не то, что мы такие, типа, мы знаем, как правильно, мы гуру. Нет, может быть, мы и сами где-нибудь хлебанем потом, но зато мы хлебанем, а не будем на них сваливать. А вот вы зачем так советовали? Ну, то есть как-то с рождения, да, мы сами принимаем решение во всем. Ну да, я вообще не обращал внимания на советы. Я вообще не обращала внимания, что это витает в воздухе где-то. Но на самом деле тем воспитания ребенка куча, да, которые такие спорные. Кормить ГВ, не ГВ, сколько там, как долго, сцеживать ли. У меня уже вот с момента беременности там от бабушек начались какие-то их премудрости, их советы, и я просто, ну, в какой-то момент понимаю, что они, наверное, сейчас какую-то миссию свою передают, что вот они должны быть полезными, нужными. Я их вежливо слушала и делала так, как сама считала нужным, как читала у экспертов и все. То есть как-то в этом плане легко довольно-таки. Ну так-то все равно можно было, мне кажется, еще через фильтр пропускать. А вдруг они правы где-то, да? То опыт все равно, это вам не просто так. Но чаще всего просто эти советы были передачи каких-то страхов своих из прошлого, наверное. Вот это было часто. Ну, например, мне бабушка говорила... Саня, обязательно сцеживайся. Почему? Я не знаю, потому что им всем говорили сцеживаться. Даже во время кормления даже? Да, ну, то есть он говорит, покормишь, обязательно сцедись. У них было так раньше, что сцеживаться нужно всегда. Я не знаю, почему, это было связано наверняка с чем-то, с какими-то знаниями. Но когда ты понимаешь, что молоко вырабатывается по принципу спрос-предложения, ты, сцеживая дополнительно, вырабатываешь еще больше молока. И тебе каждый раз его опять некуда деть, и тебе опять грудь распирает. И то есть получается, что ты делаешь каждый раз будто гиперспрос, и каждый раз должен от него избавляться. Там грудь думает, что ты целую стаю кормишь. Да, что у тебя двойня там, наверное. Там много с чем это было связано, то есть свои какие-то были причины, может быть, там надо было сцеживать ребенку, оставлять молоко или что-то еще, это другой вопрос, но именно просто, когда у тебя постоянно ребенок под рукой, так скажем, надо его кормить столько, сколько он съедает, и все. Ну, вот в моем, да, видении. Ну и так много всего, потом подрастает, конечно, там, что невоспитанный ребенок, что там либо много ему позволять, либо мало, а вот это позволяете, это не позволяете. И тут все точно так же. Мы просто сами принимали решение, мягко говорили спасибо, у вас был шанс вырастить своих детей, сейчас идет наш. Да. Мы финишируем наш прекрасный подкаст. У нас осталось всего два вопроса. А, это один? Нет, два. Про путешествия с детьми, куда мы планируем, когда родится малышка. Мы довольно-таки активно в целом, вы знаете, куда-то ездим. С Евой наш первый полет когда? Был в 3 месяца, да, наверное? В Сочи вот как раз. Ага. Первая поездка с Евой в 2 месяца была на базу, там в Челябинске мы недельку отдыхали. И первый полет со второй дочкой тоже планируем в Сочи. Да, у нас прямо там место силы просто, вот Красная Поляна, потрясающее горы, место. Да, мы хотим наших мам свозить. И прям таким составом 2 бабушки, 2 доченьки и 2 родителя. Вообще я уже, наверное, стран в 10 съездила, а то и больше, да? Наверное. Капец. Я не знаю, кстати, каково это будет путешествовать вдвоем, с 2 детками точнее, но мне кажется, что мы всегда будем брать плюс доп. Одного взрослого. То есть вот как мы сейчас делали. Если мы едем на больше, чем 2 недели, то есть больше, чем на тур какой-нибудь, да, то есть мы понимаем, что мы хотим там дольше пожить и будем там работать или что-то еще, то без няни или мамы вообще невозможно. А, ты такого взрослого? Я думал, доп. Место в самолете, как на взрослого. А, не-не-не, это нет пока. Я вот даже не знаю, потому что если так подумать, если 2 ребенка на 2 взрослых, на нас с тобой, это же вообще с ума сойти. Ну да, там захочется почаще уже. Просто куда-то сходить, просто без детей свалить. Отдохнуть. Не сходить, давай правильно, свалить. Турцию очень комфортно, мне кажется, вот поэтапно обычно делаем. В Турцию 5 часов лететь, то есть в целом не страшно, не так далеко. Короче, с детьми чем ближе, тем лучше. Ну да. Ну и последний вопросик. Ну-ка. Хотите ли вы только своих детей или думали взять ребеночка из детдома? Ну, мы когда-то думали. Ну, точнее, не думали прям взять. А мы думали, если вдруг у нас детей не будет, тогда мы возьмем. А еще мы тогда допускали возможность, нарожаем детей. Ну да. И потом, возможно, возьмем. Уже так, будучи так. Еще взрослее, как ну, бы. Да. Но пока, наверное, вот мой потенциал, мой женский потенциал, пока он может. Я бы хотела, наверное, да, там своих 3, 4, 5, я не знаю. 8. Пойдет 8, да, как всегда. Вот. А дальше... Но было бы очень здорово, но очень сложно наверняка. И прям невероятную подготовку надо пройти, и прям подойти к этому серьезно, как к этапу жизни определенному. Дать, можно сказать, жизнь малышу из детдома. Потому что, мне кажется, это действительно даешь жизнь ты в этот момент еще раз ребенку. Дать возможность прожить ее, да, по-другому. В настоящей семье, полной, здоровой. Но это капец сложно. Мне кажется, там столько этапов нужно пройти. И, кстати, это даже с точки зрения документации не так-то просто оказывается. Много чего надо подтвердить, много чего надо согласовать, сделать. Я просто несколько историй знаю, читаю иногда. Такая, это помнишь, хотел на операцию зрения 100 000 пожертвовать, дать? Да, мне да, так да. И не получилось. Вот, это вот реально. Кстати, есть ребенок, которому нужна операция, стоит 100 000 рублей, ты говоришь, вот деньги, и он там будет видеть. И я там что-то месяц-два ходил, какие-то документы заполнял, оформлял. Так они что-то не оформили и не взяли. Тот, куда дебилизм есть. Есть. Бюрократический. Такое, да. И также в игрушках, например, когда ты детдому хочешь что-то подарить или отдать, там волокиты столько, что ты даже очень-очень хотя, это сложно организовать. Ну, то есть прям нужно сотрудничать с какими-то, наверное, фондами. Ну да, хорошо делать. Через фонды делать. У них уже все это сделано. Ну да. Я бы хотел напоследок воспитание сказать главную вещь, что дети будут такими, какими вы есть. Поэтому я больше во время воспитания думаю о том, как я выгляжу, что я делаю на глазах ребенка и за глазами, потому что в любом случае он будет моей копией. Вот это мне помогает и себя улучшать. То есть, когда ты понимаешь, что ты являешься примером, которым будет ребенок, то это мотивирует и само становится лучше. И это круто. То есть это мотивирует реально там иногда больше спортом заниматься, иногда, там, не знаю, разминку, да, тоже делать. Ты так ради себя думаешь, ну, не стал бы делать. А тут еще одна мотивация. Ты делаешь, и ребенок смотрит, и тоже уже с детства у него там в подкорку входит вот эта идея. То, что это прикольно, круто. Впитывайте себя, а не ребенка, да? Мы такое часто говорим, мне кажется, да? Ну да. Ну, один раз точно говорили на канале. Теперь нам пора на свидание. Пора кушать. Пора кормить животик. Мы на свиданиях кушаем. Играем. Последний топ наших настолок – это «Взрывные котята». Топ-игра. Ну что, благодарю тебя за визит этого прекрасного дивана. Спасибо, что пригласила в квартиру. На свою кухню.